Сегодня же стало известно, что водителю уже бывшего губернатора Свердловской области предъявлено обвинение по факту ДТП в декабре 2011 года. Водителю губернатора Свердловской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание за данное преступление предусмотрено Уголовным кодексом в виде лишения свободы сроком до 5 лет. По версии следствия, обвиняемый, управляя технически исправной машиной «Мерседес С-500», в которой находился губернатор Свердловской области Александр Мишарин, на 206-м километре трассы Екатеринбург-Серов допустил нарушение правил дорожного движения, которое повлекло столкновение с автомобилем «Волга-Сайбер». В результате ДТП водитель автомашины «Волга» погиб, а губернатор и его водитель получили серьезные травмы. Сейчас предстоят заключительные следственные мероприятия перед тем, как дело уйдет в суд.